Здорово, народ! Вы на канале Deathlord Games, и мы с вами продолжаем убивать Валькирии. В данный момент у нас с вами Валькирия Гиндуль. Находится она в Муспельхейме. Для того, чтобы ее победить, соответственно, нужно пройти испытания. 5 арен, в каждой по 3 испытания, если я не ошибаюсь. Записываю ролик уже с третьего раза. Первый раз мне помешала доча немножко. Я ролик остановил при записи второй попытки. Я забыл купить камень воскрешения и проиграл, там буквально чуть осталось. И, соответственно, это третья попытка убить Валькирию. Как это было, вы можете пересмотреть на стриме, потому что записывал я ролики на стриме. Как это было, ссылочка на стрим в закрепленном комментарии. Если вдруг кому интересно, вы можете пройти, посмотреть и увидеть, как это все было на самом деле. И, соответственно, в эфире. Итак, продолжаем проходить. Сразу же начинаем бить ее топором. Так, отлично, камень нам пригодился. Она нам выбила все ХП буквально практически за один прокаст. Сразу же активируем режим ярости и начинаем кромсать Валькирию. Спускаем ее, так сказать, с небес. Ну и, в принципе, на этом все. Валькирию мы успешно одолели. Очередная, а именно шестая Валькирия была мной повержена. А вот с нее мы получаем один интересный ингредиент. Все так, госпожа. Ты свободна. Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну, что еще надо? Благодарностью не расплатишься с оружейником. Вальхалла ждет. Прощай. Вальхалла ждет. Прощай. Все, шестая Валькирия отправилась на покой. Опять же повторюсь, это средний уровень сложности. Соответственно, у вас это, возможно, будет тяжелее. Так, получаем опять же безупречную асгардскую сталь. Также мы получаем необходимый для улучшения клинков на максимальный уровень. Это огненный шторм Муспельхейма, который мы можем обменять в лавке торговца на пламя огня или что-то такое. Не помню, то, что нужно для улучшения клинков. Также мы получаем с вами перчатки Валькирии. Пронизанная сущность Валькирии, она повышает все характеристики. Можем попробовать улучшить, но не факт, что она будет лучше, чем моя броня с Нифельхейма. Ну и тут нам открылся сундучок, точнее даже два сундука за прохождение шестой арены в Муспельхейме. Это 30 дымящихся угольков, чуть-чуть огненной эмблемы и совсем чуть-чуть золота. На момент прохождения игры у вас уже будет столько золота, сколько вам не нужно. Будет вообще.
почти вернулись. Так, ну у нас с вами есть еще испытания, но мы их, соответственно, здесь проходить не будем. Сейчас нам это ни к чему. Все, народ, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Мы с вами убили шестую валькирию. Кому понравилось мое прохождение, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и здоровья вам и вашим близким. И всем пока-пока.